Всем привет! Сегодня катим маршрут Chicken Race на расстояние 90 километров, набор высоты около 500. Это та гонка, которую перенесли из-за карантина. Возможно, она состоится. Старт у нее в Буче, ну и тут по ближайшим поселкам. Немного отклонились от маршрута. Встреча у нас там дальше, возле магазинчика. Сейчас постоим, попьем кофейка и поедем. Здорово. Привет. Нормально. Утро начинается не с просто. Без шапки еще и бухает. Ракивка, асфальт неплохого качества. Посмотрим, что будет дальше. Пока все довольно-таки неплохо по покрытию. Сделали уже несколько поворотов, а ветер как в лицо был, так и никуда не делся. Ну да. Чикен называется вот поэтому, я так думаю. Гавриловский курчат. Агромакс. Короче, это Chicken Reverse. Да. Chicken Roma. Да. Попьем кофейка, хорошо. А где мы попьем? Нет, дым на паяче. Ну все. Все, давай, не оставайся. Следующая остановка — Дымер. Thank you.
вообще мы не увидим гравийного участка в этом видео. Мы решили убрать из сегодняшней покатухи гравийный участок, объедем его по асфальту. Сорян, я узнал об этом только сейчас. Уже отъехали за дымом, проехали 33 километра. Дистанция маршрута 90. От Дымера до Катюжанки асфальтик отличного качества тоже. Дорога не перегружена, машин немного. Ну, ветер — это уже классика. Встречный боковой какой-то. Не могу его описать, в какую сторону он дует. Боремся. Не слышу! 147. Ветерок лютый. Починил свою колымагу? 4 года назад. А у меня за 100 гривен. Ты в Крым ездил, короче, барышня увидел. За 100, за 360, за сколько вы еще брали? Я за 160 брал. Охеренный насос. А хотел взять за 1500. Я 3 насоса поменял, пока не нашел нормально. Каннондейлы наступают. Ну, для Каннондейла, в принципе, нормальное положение в таком вот виде. А Игорь не сильно, да, любит литий мыть? Ну, я думаю, что он ее вообще не любит мыть. Пойдет. О, смотри. О-хо-хо. Пошло, да? Вот видишь, а был бы гамачок сейчас, пока Игорь едет, ждем, развесил гамачок. А если бы у Игоря был гамачок, он бы с нами вообще не поехал. Ну да, как вариант. Финиш! Завтра не едет.
Мы уже в Буче, катнули мы этот маршрут. Чикен. Мало того, что мы его в реверс проехали, но мы еще и срезали, короче, участок, который был гравийный. Средняя получилась 27,8 и дистанция 90 километров. А, мы да, наверное. Это ж Бучанский парк, да? Да. Ну все, пока.